предопределило развитие, это избрание президента Калине. Да, но не важное событие, для меня, по крайней мере. Ну, избрали Тимофти, ну, не избрали бы его, другого бы избрали. Потому что рейтинг Тимофти сам за себя говорит. 1% это даже не смешно, да. Но его избрание сохранило альянс во власти, скажем так. Его избрание распределило в какой-то мере политический контур власти. Его избрание, да, укрепило данный альянс. И вот создает новую конфигурацию власти, новую политическую ситуацию и предопределяет многие события, которые были позже. Ну и, безусловно, еще важным событием было, с моей точки зрения, запрещение символа победы. Для меня это не символ ПКРМ, поймите правильно. Серп и молот – это вообще ничего, мало что имеют общего с коммунистической партией Молдовы. Она и не является таковой, она является партией коммунистов, кстати. Это не коммунистическая партия. Запрет символа победы, понимаете, это огромный удар, да, и по истории, скажем так, и по цивилизации, если хотите. Это приравнивание марксизма, который вышел из гуманитарного, из просвещения вышел, с фашизмом, который вышел как антипод просвещения, как идеология, которая плюет на просвещение, на гуманизм, на, как вам сказать, на нормальное развитие человечества. Вот приравнивание этих двух идеологий, доктрин и структур, понимаете, это действительно огромный откат, с моей точки зрения, назад. Люди этого не понимают. Сейчас они, понимаете, как вам сказать, наполнены ненавистью, что коммунисты туда-сюда. При чем тут коммунизм и символика? И марксизм вообще? При чем тут? Это две разные понятия. Коммунизм молдавский или советский, марксизм вообще. Это совсем другие вещи. И победа. Понимаете, вот то, что мы плюнули на, как вам сказать, символ победы, на то, за что боролись и погибли миллионы людей, вот это действительно, наверное, является самым главным событием вообще по своей значимости. Если избрание президента – это не главное событие по значимости, оно главное потому, что оно предопределило структуру. А по значимости вообще это главное событие, которое, мне кажется, что здесь совершена глубокая ошибка. Глубокая ошибка. Я в этом убежден, и дискуссии, с моей точки зрения, это не подлежит. Вот такая оценка.